Всем привет! Это у нас BCA Optimum Nutrition, форма выпуска капсулированная на 400 капсул. Бренд разрекламирован, да не могу, американец, является топовым. В порции у нас 1000 миллиграмм, 1 грамм. Если перевернуть в состав, то эта порция выходит на 2 капсулы, то есть одна капсула полграммовая. Средний вес, допустим, спортсмена на 80 килограмм, нужно ему сколько, 5-6 грамм БЦА, допустим, если это не предсоревновательный там период и так далее. То есть разовая порция для парня 5-6 грамм, допустим. Если в одной этой капсуле полграмма, то, естественно, мы должны съесть за раз 12 штук, как бы проблематично для многих. А так в целом БЦА отличного качества, хорошего бренда, хорошая переносимость, чувствуется, работает замечательно БЦА. Для тех, у кого нету проблем с употреблением такой жмени большой, как бы, капсул БЦА, то для них подходит. Еще один ключевой момент, что, как бы, они быстро закончатся. То есть здесь рекомендуемые вот эти две капсулы, это 200 порций. Кто-то будет идти кушать баночку, не знаю, там 2-3 месяца, и будет говорить, что есть результат. Как бы это в основном все плацебо. Вот. Рекомендуемая дозировка — это 5-6 грамм в любом случае разовая. До, после — по 5 грамм. Для тех, кто подходит, для тех, у кого такой, как бы, нету проблем с этим всем, для них подходит.